11-й международный курс-тренинг для косметологов. Самое масштабное и знаковое мероприятие в сфере эстетической медицины. Впервые в столице России. Впервые 11-й международный курс-тренинг по пластической хирургии и косметологии прошел в Москве. Москва – это центр притяжения. Во-первых, новая площадка, это тоже привлекает людей. И это все-таки попытались мы сделать так, чтобы это было синтез разных специальностей. И на сегодняшний день косметолог – это мультидисциплинарная такая сфера. Вот этот синтез разных специальностей был очень актуален в этом году. Я очень рада, что произошло движение вперед, движение в сторону центра, потому что здесь больше возможностей, здесь пересечение основных, мне кажется, путей, и еще больше участников на этом форуме. Москва задаст такой деловой тон нашей конференции, вдохнет новое дыхание и поднимет нас на еще новые, более высокие вершины мастерства. На сегодняшний день конгресс ISTC – это один из самых крупнейших конгрессов России и даже в мире. И традиционно мы собираем всегда самых лучших международных экспертов и российских звезд. Более 2000 участников из 150 городов России и 20 стран. Более 90 компаний-партнеров. Этот конгресс – это совершенно потрясающее явление, где встречается наука, где встречается практика, где встречается базовая медицина с постулатом «не навреди». Это праздник для профессионалов, это праздник обмена знаниями, праздник обмена новостями, и это тот конгресс, который создает тенденцию дальнейшего движения вперед для врачей-косметологов. Площадка больше, площадка мощнее, она очень деловая. Она очень конкретная. Думаю, что эта площадка будет нашим будущим. Я очень рад за наших экспонентов, которые благодаря нашему конгрессу смогли представить новые препараты, в том числе и российского производства, сделанные в рамках импортозамещения. Это всегда очень полноценное собрание специалистов, где очень сбалансированно обсуждаются вопросы и теории, и практики. Это мероприятие собирает тех, кому важно знать, что происходит сегодня в индустрии. Эстетическая медицина очень быстро развивается, и тот, кто слушал лекции вчера, сегодня уже отстает от темпов развития. Хочется отметить именно нынешний конгресс. То есть прямо здесь такой движ идет, так много людей, так много новых спикеров, так много, прямо такая актуальная, такая атмосфера царит, прямо какой-то радости и такой довольно активного обмена профессиональной информацией. Это здорово. Для меня это всегда открытие новых знакомых, открытие новых идей, общение. Более 380 докладов, более 50 онлайн-инъекций и включений из операционных, более 60 мастер-классов. Настолько разноплановая, разнообразная, насыщенная научная программа, что я не знаю, как слушатели выбирают вообще, в какой зал пойти. Конгресс великолепно организован, и мы там можем судить об этом и по количеству участников, да, то есть это уже как бренд. Поэтому, конечно, хочется сюда приезжать, хочется быть на пике всех новинок, хочется посмотреть свежую литературу, увидеть что-то новое из аппаратных технологий. Конечно, я считаю, что это самый высокий уровень, который возможен в нашей стране. Конкретно этот конгресс, он отличается очень интересным моментом. Здесь нету воды, здесь нету того, что я это уже слушал 20 лет назад. Здесь такого не бывает, здесь только все новое. Благодаря синергии нашей команды и звездному составу спикеров, конгресс получился невероятно интересным. Профессионализм и качество – это редкие моменты в наше время сейчас. Организаторы, конечно, 90% того, что здесь происходит, но помимо этого усилия и самих спикеров, и, конечно, руководителей научных. Когда кто-то может держать марку высоко, долго и выдавать раз за разом качественный продукт, конечно, будешь сюда возвращаться.